Этого момента городские рыбаки каждый год ждут с нетерпением. И хотя зарыбление проходит буквально накануне Дня города, до чемпионата успевают сильно сократить число новоселов. 2 сентября в два водоема, пруд 8-го микрорайона и Баранку выпустили целую тонну карпов. Правда, найти эту идеальную для заселения рыбу было непросто. Были сложности с поиском рыбы, действительно были проблемы, и нам удалось только в Курской области найти подходящий нам по размеру карп. И сейчас мы его запускаем. Судя по всему, рыбаки и на этот раз настроены решительно. Однако рыбы действительно много, и в администрации поселения надеются, что за 3 дня, оставшиеся до чемпионата по рыбной ловле, выудить всего карпа не успеют. И уловы на День города будут отличными. 6 числа будут наши традиционные городские соревнования на призы мэра города, которые начнутся в 7 утра. Регистрация в 6:30, и я с удовольствием всех любителей рыбной ловли, всех жителей города Одинцово приглашаю на эти соревнования. Вообще-то в природе карп живет до 50 лет и за это время может вырасти до 35 килограммов. Но, очевидно, этим рыбкам дожить до преклонного возраста и нагулять жир не придется. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».